цвет настроения чётный. Та-та-ра-та-та-та-там-там. Почитаем. Сумерки, смотри, нам мама подарки прикупила. Новый лол, малышки, вторая волна. Ну что, давай откроем и посмотрим, кому какая попадется. Надеюсь, мне попадется самая популярная. Так, я вот этот буду, тебе какой? Ну ладно, я возьму вот этот. А, не люблю эти слои, так долго снимать, скорее бы увидеть куколку. Жалко, что шарики лол делают розового цвета. Могли бы и черными сделать для разнообразия, ну или синие хотя бы. Хочешь себе черный шарик, купи себе глэм глиттер, и там черное внутри. А, у меня подсказка. Еще один слой. Что ты так медленно открываешь? Открывай быстрее. Подсказочка. О, смотри, здесь нарисована новая малышка. Инь. О, это, кстати, будет редкая. И тоже из клуба противоположностей. Очень хочу, чтобы она мне попалась. Хотя ладно, мне может попасться янь. А, синий шар. Это для тебя. Хотя мне тоже нравятся голубенькие шарики. Куколка, куколка. О, линза, декодер. Можно подсказочку посмотреть. Тоже мне здесь попалась. У меня какое-то привидение. Интересно. Кукла. Кукла, кукла, кукла. Ух ты, мне попался мальчик. Мне мальчик попался. Смотри, супер редкая кукла. У него еще голова двигается. Тебе так повезло, мальчик. Да, вот, видишь? У меня редкая. Давай уже открывай свой скорее. Посмотрим, что там у тебя. Мальчик. Ай, ну давай же, скорее раскрывай. Ну что так медленно? Мне тоже попался мальчик. Вот это кукла, класс. Смотрите, причем совершенно другой. Нам попалось два мальчика. Мне тоже классные. Ну что, даже покруче, чем у меня. А что будем делать с третьим шариком? Кто его будет открывать, я или ты? А давай его разыграем. Ну да, можно и разыграть. Ребята, кто хочет себе такой же шарик? Давайте мы его разыграем. Подписывайтесь на наш канал. А также вам нужно еще поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий. Так что участвуйте, выигрывайте. Ну ладно, Рассвет, мне пора уже спать. Уже спать? Мне завтра нужно идти в магазин купить себе новый пенал к школе. Мне, кстати, тоже нужен новый пенал. Хочу себе какой-нибудь пушистый, розовенький. Ну хочешь, пойдем вместе завтра в магазин сходим, выберем. Хорошо, тогда завтра пойдем вместе. Ну ладно, я тогда спать. Все, спокойной ночи. Привет, ребята! Меня зовут Иваницкая Ирина, и наконец-таки закончился мой больничный. Да, я уже выздоровела. И, кстати, вот они, мальчики, которые попались, сумерки и рассвет. Да, и у меня теперь уже коллекция. Три мальчика, один большой, два маленьких. Кстати, а эти малышки мне пришли с сайта Империя кукол. На сайте вообще огромный выбор разных игрушек. А что касается куколок лол, то просто фантастический выбор. Хотите старые серии, хотите новые серии, шарики, капсулы, огромные полушары. И что самое классное, все мои подписчики могут получить там скидку в 10% по промокоду Иваницкая. Все ссылочки на сайт Империя кукол я оставлю внизу под этим видео. Сумерки, сумерки, просыпайся, просыпайся, сумерки, скорее! Тебе чего не спится? Сумерки побежали скорее в магазин канцтоваров, скорее, скорее, скорее! Да рано еще, сходим мы в магазин, давай после обеда. Зайди в свой инстаграм, там Панки выставил новую фотку, он как сейчас в этом магазине. Ой, правда, сейчас зайду, тогда посмотрю. Хотя, в смысле, а мне-то какая разница до его фотографий? А как же, любовь-морковь, моя операция? Какая еще операция? По сведению вас, Панки! Глупости не говори. Ну ладно, если ты настаиваешь, то я оденусь сейчас, да. Иди, мне еще ворона покормить нужно. Только давай быстрее, а то не успею. Подумаешь, панк-бой. Ага. Главное, пеналы успеть купить. Вот же приставучие. Пойду скорее посмотрю фоточку панк-боя. Мне нужно найти синий пенал. А мне розовый и пушистый. Пошли. Та-та-да. Ух ты, синий пенал, прям такой, как я искала. Ура, и розовые есть. Темный или светлый, какой же мне взять? Ай, да ладно, возьму оба, пригодятся. А я возьму этот синий, я все тогда, Рассвет. Рассвет? Рассвет, и куда она подевалась? Вот как с ней, можно хоть куда-то ходить? Эй, Рассвет, ты где? Ого, какие чудесные тетрадочки, мне как раз нужна одна. Возьму себе розовенькую, или две розовенькие. Ой, девчонки, девчонки, пропустите, пропустите, дайте я пройду к розовой бумаге. Да, конечно. Так, возьму себе пару розовых красочек. О, и розовый маркер мне тоже пригодится. И
куда это рассвет подевалась? Теперь ищи ее по всему магазину. Ах, это что, панк-бой там? Здравствуйте, у вас пеналы синего цвета есть? И зачем вам синий? Возьмите лучше розовый, они сейчас в моде. Нет, спасибо, розовый не мой цвет. Тогда остался еще желтый, вам подойдет? Да нет, желтый кажется тоже девчачьим. И почему сразу девчачий? Приклеишь туда машинку, и он станет сразу же мальчишечем. Говорю, синий, синий пенал мне нужен. Ну нет, нет больше синих пеналов. Возьми себе розовый или желтый, или сходи поищи по магазину еще. Все, не стой, не создавай мне очередь, смотри, какая уже огромная насобиралась. А? Постою здесь и полюбуюсь за ним. Ах, Панки такой красавчик, может подойти и поговорить с ним? Ой, это так смущает! А ты чего здесь стоишь? Рассвет, где ты ходишь? Я тебя ищу по всему магазину. Ну, я тут просто прикупила себе всего. Зачем тебе так всего много? Лучше не стой, а иди займи мне очередь. Смотри, какая она уже огромная. Кстати, смотри, это что, там в очереди Панк-бой стоит? Ага, это он. Круто, наконец-то мы его нашли. Сумерки, это отличный шанс, чтобы с ним поговорить. Он же первый в очереди. А ну, скорее побежали к нему. Подожди меня. Панки, привет. О, Рассвет, привет. А мы тут Сумерки концтовары покупаем. Ты тоже? Ага, пенал хочу себе купить. О, привет, Панки, ты тоже здесь? Привет, Сумерки. Тогда, Панки, можно мы тут с тобой в очереди постоим? Ты же нам занимал? Ой, а то у меня уже все падает. А, конечно, становитесь. Посчитайте мне, пожалуйста, все вот эти материалы. Эй, девочка, а чего это ты без очереди влезла? Да, да, мы уже вон сколько ждем. Чего это я без очереди? Мне вот этот мальчик занимал. Да этот мальчик уже 15 минут от кассы не отходит. Да ладно вам, девчонки, мы сейчас быстренько все купим и уйдем. Панки, а ты чего так долго здесь закупался? Хотел себе синий пенал купить, а их уже нет, придется желтый брать. Круто, тебе повезло, смотри, Сумерки специально для тебя нашла синий пенал. Правда? Сумерки, спасибо тебе. Что? Рассвет, я же его себе купила, мне он тоже нужен. Да ладно тебе, отдай его, это же такой шанс. Ты думаешь? Да, да, да. Панки, ну вот, держи, я слышала, что ты синий ищешь. Спасибо, а то я подумала, что мне придется розовый брать. Ну да, розовый это как бы не очень цвет. Я тоже не люблю розовый. Только Рассвет не говори. Окей, а тебе пенал точно не нужен? Да конечно нет, она у нас рукодельница, сама себе сошьет. Здорово, я даже не знал, круто. Ну да, как бы сама шью. Тогда я буду тебе должен. А ты, если хочешь отблагодарить Сумерки, просто купи ей мороженое сегодня. Серьезно? Да хоть 5, любое, которое захочешь. Рассвет, ну это как-то, я прям смущаюсь. Да ладно, что здесь такого, поедите мороженого. Давай уже, топай, топай, топай. Ну, вы идите вперед, а я вас потом догоню, а то мне тут еще надо кое-что себе прикупить. Ну ладно, догоняй нас потом. Круто, мой любовный план сработал. Скоро они станут парочкой, наверное. И, девочка, нам еще долго тут ждать, когда ты свои вещи заберешь? Я же вспомнила, у меня тут дела. Короче, я потом заберу вещи и оплачу потом. Пока! Чего? Ну и день сегодня, что за покупатели? Сумерки, подожди здесь, а я мороженое пока куплю. Хорошо. Можешь присесть пока вон там. Так, чтобы им не мешать, понаблюдаю отсюда за кустиком. Любовь-морковь. Кстати, может и себе мороженое купить? Может, Сумерки еще шоколадный коктейль взять? Интересно, она любит такое? Здравствуйте, вы что-то хотели? Что вам подсказать? Мне 2 мороженых в черных рожках. Хорошо, сейчас все приготовлю. Ам-ням-ням-ням-ням. Какое вкусное мороженое. Сумерки точно понравится. О, Панки, привет! Привет, Таня. Черное мороженое? Я как раз такое люблю, спасибо. Ну, вообще-то, это не тебе, я нес его Сумерки. Сумерки? Ой, прости, ты такая невзрачная, что тебя даже не заметила. Что? Ничего, в другой раз ей купишь. В общем, я хотела пригласить тебя в кино на фантастические твари. Ты же хотел такое посмотреть? Ну да, хотел. Тогда пошли, у меня 2 билета. Подожди, я вообще-то Сумерки. Сумерки? Мы хотим с Панк-боем сходить в кино. Ты же нам не собираешься мешать, правда? Думаю, тебе пора домой. Вообще-то, это ты как бы здесь мешаешь. Ой, дорогая, ну ты же должна понимать, что ты совершенно не подходишь Панк-бою. Сходи лучше там со своей сестрой погуляй. Ну такая странная, на роликах постоянно. Она не странная. А давайте втроем в кино сходим. Сумерки, а вместо мороженого я тебе тогда билет куплю. Фильм крутой, тебе понравится. О, спасибо за приглашение. Я тогда с удовольствием. Тогда я быстро сбегаю и куплю 3-й билет. А стой, Панки, нам не нужен 3-й билет. Таня, лучше противная девочка. Весь план мне портит. Но сейчас я тебе покажу, держись. Не думала, Сумерки, что ты будешь мешать влюбленной-то паре. Когда это вы стали влюбленной парой? Вы даже не лучшие друзья. Ха,
Подумаешь, если я захочу, то он станет моим парнем. Я же самая красивая и богатая девочка здесь. Поберегись! Бабах! А, мой костюм, да ты вымазала его! Она испортила мое мороженое, смотри, Сумерки, оно теперь в катышках. Как я его буду есть? Ага, выглядит несъедобно. Знаешь, как я хотела съесть это мороженое, а ты его испачкала. Да, это ты испачкала мой костюм, смотри. Да он дороже, чем ваш дом, и вы вместе взятые. Как я теперь в кино пойду? Вы еще заплатите за это? Мама! Я билетик докупил. А где Таня? Рассвет, ты уже пришла? Ой, да Таня передумала, она попросила меня вместо нее сходить. Тогда, ладно, пойдем втроем. Ой, я так хотела этот фильм посмотреть, круто. Сеанс через 15 минут, мы еще можем успеть. Кстати, Сумерки, хочешь, я еще мороженым тебя угощу? Ну, можно, в принципе, спасибо. Кстати, 19 октября у нас закончился розыгрыш, и так как я болела, я не смогла его показать, поэтому смотрим нашего победителя. Та-дам! Вот наш победитель на капсулу LOL Underwaves. Отпишись мне на эту почту, и я расскажу тебе, как забрать свой приз и пройти проверку. Ну и на этом все, мои ребята, встретимся в новом видео. Всех вас люблю, целую и всем пока. Кстати, не забывайте подписываться на канал.